Нерабочая неделя продолжается, а мы уже готовы подвести некоторые ее итоги. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. В барнаульских торговых центрах, начиная с 30 октября, действует система QR-кодов. Каждый желающий сюда попасть должен на входе предоставить документы о вакцинации. По итогу первых дней торговые залы и фудкорты опустели, а многих людей без QR-кода охрана не пускала даже за продуктами. Зато всех принимают на вакцинацию. В начале недели очереди были везде, где ставили прививки. Подробности у Анастасии Дороган. А если у меня нет, например, этого компьютера? Вам конечно будет справку о прививке, сертификат. Дочка приехала за 150 километров, чтобы купить мне обувь зимнюю. На улице холодно, я вот хожу в башмаках. Она пошла, а я что? Пропускной пункт, как на границе. Паспорта, еще QR-код вакцинированного, переболевшего или медсправку о противопоказаниях проверяет охрана торговых центров. Так в регионе решили ограничить свободу передвижения тех, кто не хочет ставить прививку от ковида. У меня аллергия, мне нельзя прививаться. А медсправку не выдавали? Там, знаете, какое-то столпотворение. Я пойду и там заражусь. Наверное, скорее всего, это более целесообразно, нежели просто введение масок. Может быть, это подтолкнет людей к тому, чтобы вести более осознанный образ жизни. К сознательности действительно подтолкнули. В торговый центр «Весна» пройти без QR-кода можно. Лишь тем, кто за этим QR-кодом туда идет, в дополнительный пункт вакцинации. Желающих резко стало больше. Почему так долго шли? Вам честно ответить? Ну, давайте честно. Ну, на работе заставили. На работе? Да. А вы сами как относитесь к этому? Я уже настолько устала от этого всего, поэтому мне же все равно. Пусть уже поставят, и не будет проблем. А почему спутник? Ну, там рандомный выбор или специально выбирали? Ну, все бьют поэтому. Темпы вакцинации, которые в июле-августе били рекорды, к сентябрю сошли на нет. Летом те, кто боялся больше, до вакцины дошел. Остальные успокоились, когда сошла волна. И о коллективном иммунитете помнили только врачи. Сейчас же разделение на тех, кто может ходить в торговый центр, кому вход закрыт, вновь активировало население. Если у нас работал один раз, мы нужны были открыть второй прием, второй кабинет. Стало до 130, мы открыли еще третий прием, то есть три врача в настоящее время занимаются вакцинацией. По данным Роспотребнадзора, сейчас уровень коллективного иммунитета в Барнауле 70%, но по краю меньше 50%. Это способ привлечь молодежь, напугать ветеранов, поскольку они не понимают, что такое QR-код, поэтому они я считаю, что QR-код – это некая просто, пропагандистская находка пиарщиков, которые хотят привлечь к прививкам. В Бийске уже выходят на пикет. Не против вакцинации, а против системы QR-кодов. Пока одни против, другие допускают. То, что не смогли донести медики, донесут ограничения. Но не стоит забывать, что страдают не только антипрививочники. Фудкорт пустой. У людей мало кто именно здесь кушает. С собой забирают, хорошо. На доставку также заказы остались, а именно здесь мало. И к чему страдать бизнесу, если система уже дает сбой? Так у наших коллег при входе в ТЦ QR-код не сверяли с паспортом, где-то не потребовался и сам QR-код, а в отдельных ТЦ оказалось просто пройти по чужому сертификату. Так сколько же с таким подходом может понадобиться нерабочих дней? Анастасия Дороган, «День с толком». Первыми, кто пострадает от сегодняшней ситуации, будет общепит, уверен алтайский предприниматель Валерий Покорняк. Мы попросили его поделиться мнением насчет длинных выходных, введения QR-кодов и готовности края к этим мерам. В отличие от Москвы, общепит не закрыт и так далее. Да, значит, торговля тоже работает. Но вот даже не локдаун, даже праздники, которые президент продлил, вот, для нашего предприятия уже макаронного, да, это проблема, потому что у нас порядка 26 разных всяких партнеров и подрядчиков, да, которые взяли и тоже объявили, и людей отпустили в отпуск, так сказать, на каникулы. Да. А что такое 7-8 дней для производства, то очень много, если наше производство, оно круглосуточное и, соответственно,
Вот поэтому, когда люди принимают там наверху решение, на самом большом, там, рукотворное, они плохо это понимают, что происходит. Типа, это, ну, вас же не коснется. Нет, это коснется. Потому что, более того, некоторые отпускают, потому что небольшие компании решили отдохнуть. Некоторые не хотят платить двойную оплату. В любом случае, это нагрузка. Вот у нас, например, несколько логистических компаний вообще там на клюшку все закрыли и уехали, да? Вот. То есть сбои есть. Несколько компаний, которые, в принципе, по большому счету не работают. И говорят, да ничего страшного. Я говорю, уважаемый, власть, уважаемая власть, ничего страшного, у вас стоит машина, все, полный комплект, все отлично, бензин в баке, колеса нет, и запаски нет, вы поедете, да это такая мелочь вроде такая небольшая, но этого нет, и машина будет стоять. Вот это люди понять не могут. Вот эта система, конечно, которая происходит, а люди не рассчитывают, не понимают, что да, это все может ударить производство ударяет по людям, и те, в свою очередь, ударяют по налогам и так далее. То есть наносится ущерб, на самом деле, не только людям, но и государству, в первую очередь. Вот это надо понять. То есть государство от этого становится не богаче, оно становится беднее. Говорят, сейчас будут давать опять 2% кредиты вот, для, значит, сфер обслуживания, которые там... Ну, мы их брали, когда еще в свое время по гостиницам и так далее. Но это же кредит. Его же отдавать, да, он небольшой, но он 2%. Его отдавать, а с чего отдавать-то? Если и так тяжелая ситуация. Многие еще из того локдауна не отошли. И это раз. А во-вторых, почему не отошли? Платежеспособность населения Алтайского края, в частности, очень низкая. Да, в целом по Сибири очень низкая. Вот. Поэтому, на самом деле, если денег у населения нет, вот, а сфера обслуживания страдает в первую очередь. В Москве очень серьезно пострадает, как всегда. Общепит, ну, там все закрыли. Вот, это будет очень большая проблема. У нас пострадают, я не знаю, может быть, какой-то меньше. Потому что пенсионеры-то в рестораны не ходят, это правда. Поэтому как бы просто у них на это денег нет, у некоторых. Поэтому, значит, или в кафе. Поэтому в любом случае общепит, сферообслуживание, она, конечно, может куда-то. Дело в том, что еще многие уехали на выходные. Вот это тоже из города, из края. То есть, так скажем, смотрите, деньги оставить в крае, то есть у вас есть 3 выходных, вы никуда не едете. Ну, куда поедешь за 3 дня, да? А если у вас появилось, спасибо президенту, значит, там 8 выходных, то есть люди просто взяли и уехали, в общем, куда угодно. То есть у кого есть деньги, то есть, конечно, край, это тоже никто не считает. То есть люди ушли деньги, то есть каждый мог потратить, там, не знаю, 5-10 тысяч рублей за эти 10 дней. Он их сейчас не потратит, он их потратит в другом месте. Вот. Он в Краснодар поедет, в Анапу поедет, в Геленджик съездит, в Грузию, не знаю, у кого денег там, на Египет съездит, потратит уже не 5-10 тысяч рублей, а $1000. Вот эти все деньги ушли из края. Это большие деньги. То есть я думаю, сейчас края где-то уехал на эти дни, но вот как, кому я звоню, все люди как-то где-то находятся вне края. Ну, где-то 2 миллиарда спокойно этих денег край не получил. То есть эти деньги, которые могли люди потратить, так сказать, в Барнауле, в Алтайском крае, соответственно, в городах и в селах, многие просто взяли и уехали. Что касается теперь QR-кодов, которые вводятся впервые, по-моему, на Алтае и давно уже вводятся там по Москве, и вот по европейской части России уже введено, и в Европе это давно введено, в самой старушке Европе, это, наверное, правильно. Эта технология, она простая, понятная, ясная. Понятно, что не у каждого там телефон поддерживает эту систему. Кстати, между прочим, у нас последняя статистика показала, внимание, 36% в России людей до сих пор имеют кнопочные телефоны, типа а-ля Nokia. Вот, 36%, каждый третий человек, да, вот вы головой мотаете, я тоже, мы уже так к смартфону привыкли, что мы как будто бы родились с ними. Нет, мы не родились с ними, а каждый третий россиянин, значит, имеет кнопочный телефон, начнем с этого. И это тоже люди, которые принимают решения, они тоже на это не обращают внимания. Вот как с телефоном, с кнопочным, я не знаю, QR-код, вот не готов сказать. Итак, QR-код нужен. Единственное, вот чуваши, сейчас я прочитал, вчера тоже ввели QR-код, нужен не только для тех, кто переболел, раз, и имеет там 6-месячные, так сказать, до 6 месяцев, и тех, кто поставил вакцину, но и то переболел, у кого много антител. Вот, значит, соответственно, потому что смысл-то вообще вакцины, мы забываем, что это образование, у вас антител, да?
Вот. Поэтому если вы переболели, и у вас уже прошло 6 месяцев, но ваш организм выработал иммунитет, это плюс. Вам не надо ставить еще раз прививку, потому что это, может быть, и не совсем уже полезно для вашего здоровья. Поэтому вот это тоже надо вести. То есть у тех, кто переболел раз, кто поставил прививку два, и тот переболел, и у них много антител. Ну и вернемся к прививочной кампании. В Минздраве накануне было принято решение проводить мониторинг приема пациентов на мобильных прививочных пунктах. Это сделано специально для тех, кто хочет привиться без записи, что называется, прямо сейчас. На данный момент в Барнауле таких пунктов 3. Все они находятся в торговых центрах «Весна», «Праздничный» и «Геомаркет». Мониторинг заключается в том, чтобы каждый в режиме онлайн на сайте Минздрава региона мог узнать, сколько сейчас людей в очереди на вакцинацию. Для этого на площадках работают студенты Алтайского медицинского колледжа. Раз в час они обновляют информацию. Их задача подсчитать людей и определить время ожидания. Также они ведут общий подсчет вакцинированных. Так, например, в 3 часа дня в Геомаркете в очереди стояло 53 человека. Каждому пришлось ожидать вакцинацию около часа. К тому времени там было привито около 300 человек. Кстати, в социальных сетях появилась информация с просьбой помочь пожилым людям. Они далеки от современных технологий и часто не могут пользоваться современными гаджетами. Так что, если вы можете, помогите пожилым родственникам, соседям, знакомым и друзьям старшего возраста распечатать QR-код. Кстати, помощь в распечатке могут оказать и в Управлении социальной защиты, комплексном центре социального обслуживания и в МФЦ. В этих учреждениях окажут доступ и к порталу государственных услуг. А мы переходим к другой теме. Сегодня в России не просто очередной выходной, а праздник. Возможно, многие забыли, но 4 ноября отмечается День народного единства. Считается, что именно в эту дату Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский освободили московский Китай-город от польских захватчиков. Благодаря усилиям народа и его сплоченности в стране закончился тяжелый период смутного времени. Сейчас в России тоже не самое легкое время. Мы вышли в народ и спросили, что на данный момент может объединить наших людей, которые все больше становятся озлоблены на окружающий мир. Нас должно объединять все вместе. Вот пандемия, мы должны выполнять все, ставить прививки, QR-коды, чтобы меньше людей болело. Нас должно единство объединять народов. Ну, наверное, любовь, уважение друг к другу. И забота о ближнем, забота об окружающей среде. Национальный флаг, я считаю, должен объединять, то есть российский. Надо с Богом быть вместе, жить по совести. Собственно, вот это основное. А еще, может быть, что-то? Помогать друг другу, любить друг друга, выручать. Желание выжить, ребята. Не будет желания, дуреть будем. Вакцинироваться не будем. Пить будем, курить будем. Драться будем. Обижать друг друга. Чтобы главное был мир. Вот это общее. Экономику надо свою развивать. И чтобы было побольше рабочего класса. Чтобы народ между собой не конфликтовал, никто друг на друга не держал зла, в первую очередь, чтобы все друг к другу с уважением относились. И вот это должна быть основной идеей, тогда все будет хорошо. Добро, наверное, друг к другу, понимание. Прививаться надо, идти, твоя мать. Каждый день по 1000 умирает. Это разве это дело? Какие мы это, если мы позволяем, что столько народу умирали? Так что же может сейчас стать объединяющим фактором для россиян и в том числе жителей нашего региона? Вопрос мы задали также эксперту, профессору Алтайского государственного университета Вячеславу Должикову. Я отношусь к самому Дню народного единства как празднику положительно. В истории нашей страны были две крупных катастрофы, что ли, скажем так, две смуты великих по масштабу. Это смута начала 17 века и смута начала 20. Поэтому вот сейчас у меня такое трагическое, прямо скажем, ощущение, что есть признаки надвигающейся третьей смуты. Это меня очень беспокоит, потому что как я иногда говорю, русский Бог любит Троицу. В нынешней ситуации
так уж случилось, мы разъединены как общество, как народ. И это, конечно, серьезная проблема. Хотелось бы, чтобы единство настоящее, а не искусственное, было восстановлено. Поэтому я надеюсь все-таки, что наш народ преодолеет вот это разъединение. То есть мы, по большому счету, все родственники, родня. Ну и начать, наверное, надо с семьи. То есть надо в семье все-таки, чтобы было согласие, чтобы мы не грызлись, как говорится, по пустякам. Ну а дальше это трудовые коллективы. Ну вот я думаю, с низового уровня единство можно восстановить по-настоящему. Не надо ждать, как говорится, от государства инициативы. Вот в той смуте, о которой я говорил, начало 17 века, государство фактически не существовало. Оно рассыпалось, развалилось. Началась эта война всех против всех. Бояре против царя, дворяне против бояр. В общем, это была жуткая эпоха. Жуткая. И не дай бог нам ее повторить. Потому что все это сопровождалось разгулом там, уголовной стихии, разбой знаменитый, все дороги были блокированы, эпидемии, голод повсеместный, жуткий голод. Это, конечно, катастрофа, из которой все-таки народ вышел, нашел в себе силы, организовался, и вот, собственно, проблема была решена. Надеюсь, что даже в случае, если мы вступим вот в третью смуту, чего бы не очень не хотелось, найдутся люди внутри страны, которые нас вот выручат в трудную минуту. Продолжим. Барнаульцы неоднозначно восприняли появление нового памятника в краевой столице. Недавно у стен Никольского храма установили крест – памятник в виде Георгиевского креста. В прошлом – высшие награды за боевые заслуги и храбрость. Кому он посвящен, почему располагается рядом с храмом и почему к исторической работе предлагают подключиться всем барнаульцам? Смотрите далее. Это было окраина города, и отсюда выдвигались непосредственно уже на переправу. Там, где сейчас стоит Никольский храм, в начале 19 века начинался Московский проспект. Накануне войны 1812 года барнаульские солдаты выдвигались отсюда, чтобы сражаться с наполеоновской армией. Спустя почти век на Первую мировую, где показали себя самой лучшей стороны. Битва при Дашичао, которую знали во всей России. Наш полк отбил 4 атаки противника и не сдал позиции. Они ни шагу не сделали назад, не отступили, проявили себя геройским, как говорится, отстояли свои позиции. За это сражение полк был награжден Георгиевским знаменем, высшей наградой в царской России. В то же время в Барнауле освящали место для храма при полку. Территория, где сейчас располагается БИИ, даже сохранила казармы тех частей. Связь солдат и церкви была прочной. С полком в бой уходили священники и вместо офицеров могли вести за собой солдат в атаку. В 1906-м на пожертвование участников русско-японской здесь построили церковь. 12-й пехотный сибирский барнаульский полк за всю войну русско-японскую был награжден, более 500 знаков Георгиевского креста получили. То есть личный состав полка, более 500 знаков. Вот это в виде знака отличия Георгиевский крест сделано, потому что там для православных располагался Георгий Победоносец, а для иноверцев, имеется в виду мусульмане и другие, там располагался императорский орел. Все потребности военнослужащих, это и крещение, вот это и молебны, в том числе отправка на военные действия. Все эти события проходили вокруг храма. Храм прослужил до 24 года, затем колокольню снесли. Церковь превратили в красноармейский клуб, затем клуб летного училища. КРПЦ здание вернулось в 90-х, тогда и взялись за восстановление. Вместе с архитекторами большую работу проделали казаки. В храме их называют волонтерами того времени. Мусор выгребали, отопление делали. Даже вот если исходить из того, что в самом храме вот вся роспись на потолке, там, по стенам, там, и иконы, это делал в частности Коньков Владимир. Он художник.
И на этом работа не заканчивается. Почти год казаки искали фамилии георгиевских кавалеров Барнаульского полка с 1812 по 1920 годы. Кстати, вы можете проверить, есть ли здесь имя вашего предка, и если нет, сообщить священникам. Николай Романов удивляется, что этим мало кто интересуется, а крест вызывает непонимание. Горожане оставляют негативные комментарии, кто сообразительнее гуглит. Мужчина уверен, что такой памятник лишь подстегнет к изучению истории Барнаула. Это всего лишь отдание почести тем людям, которые себя проявили на полях брани, полк, к примеру, или дивизию, да, которая прошла и Вторую мировую войну, допустим, отличилась там в боях, награждена. Если они, допустим, поставят где-то и сказать то, что «а зачем это все?» А зачем? Ну, это история. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов, «День с толком». На очереди парк «Юбилейный». В этом году преобразилось сразу несколько общественных территорий краевой столицы. Вторую жизнь обретает Изумрудный, Мизюлинская роща, шикарная аллея появилась на Южном. София Яценко прогулялась по этим местам, расскажет, как они выглядят сейчас и что еще планируют там сделать. Детские спортивные площадки, беседки, зона для выгула собак – один из самых старых парков Барнаула скоро не будет уступать даже московским. Оценить обновление Изумрудного жители краевой столицы смогли еще до первого снега. В течение этого года здесь успели сделать многое. На 95% работы уже выполнены, потому что главные, основные, самые такие сложные работы, покрытие завершено. Остается только монтаж, ну, скажем так, наземной части, малых архитектурных форм, которые уже готовятся, насколько я понимаю, со слов подрядчика, и в ближайшее время будут смонтированы. Чтобы подарить вторую жизнь Изумрудному, потребовалось более 90 миллионов рублей. Но для завершения обновления требуется еще и озеленение территории, которое обойдется в сумму близкую к 250 миллионам рублей. Норматив озеленения, количество деревьев на единицу площади не всегда или далеко не всегда совпадает с теми, что требуют стандарты. Поэтому сейчас мы еще и занимаемся тем, что воссоздаем те утраченные зеленые насаждения, деревья, которые потерял Изумрудный. И вот постепенно мы возвращаем ему статус парка. К слову, самый главный объект парка – пруд – пока остался нетронутым, но уже сделаны эскизы, которые планируют воплощать в жизнь с началом весны. А это сквер на Южном. Сейчас здесь приятно пройтись и погулять с детьми. Расширилось пространство. Здесь было очень узкое пространство. За счет проектного решения удалось достичь расширения. Даже не верится, что еще в начале этого года территория была заброшена, а вместо архитектурных объектов была сплошная свалка. Эта аллея, зеленая часть поселка Южного, преобразовалась в достаточно удобную, комфортную городскую среду, да, и есть где погулять и с детьми. Объект насыщен определенными объектами, зонами отдыха, детскими игровыми площадками. Появилось освещение, то, что так долго ждали жители, потому что здесь был полный мрак. Проект начали реализовывать в марте. На сегодняшний день его удалось завершить почти на 100%. Конечно, тут нужен определенный уход и внимание по озеленению, по регулировке малых форм. Вот, насколько я знаю, здесь источники камеры видеонаблюдения есть. Отрегулированы они или нет, я не знаю. Точно не могу сказать. В целом, да. В целом, да. То есть все, что было задумано, запроектировано, посчитано, обсуждалось, с максимальной долей реализовано. В начале реализации проекта многие жители к обновлению относились скептически, были недовольны вырубкой старых кленов. Зато сейчас это место стало одним из любимых. Настолько удобно, красиво. Ну просто не высказать. Когда убирали деревья, все возмущались. А после того, как все это сделали, и детям хорошо кататься, и нам хорошо ходить. И скамеечки везде можно сесть отдохнуть. Ну красиво. Ну я, конечно, очень плохо вижу, но я думаю, что весной, когда травка еще будет зеленая, будет вообще прекрасно. Весной здесь планируют продолжить высадку деревьев, а также займутся газоном. Такие же решения планируют и в обновленной Мизюлинской роще. А вот здесь, вот на этом месте, здесь была поросль кленов, которую благополучно убрали. Видите, сразу заиграла. Здесь остались березки, где надо, там подсадили ели.
Изначально по проекту на этой территории должны были появиться 4 детские площадки, но из-за того, что в районе и без того достаточно игровых территорий, было принято решение сократить их вдвое. Эти деньги пустили, значит, на фонари. То есть теперь еще больше дорожек здесь пешеходных будет освещено. Новые велосипедные дорожки и тротуарное покрытие местные жители уже успели оценить. Я вот просто не припомню такого вот случая в Барнауле, чтобы у нас администрация там района, города вот так взаимодействовала с жителями. И жителям-то это надо было. И причем вот в каждый вопрос прям буквально лезли. И по каждому вопросу какие-то совещания там проводились. Кстати, архитекторы говорят, что если бы активисты чуть реже вмешивались в проекты, то многие из них после реализации выглядели бы куда интереснее. К слову, в следующем году городскими властями запланировано восстановить и самый большой объект – парк Юбилейный. На сегодняшний день проект продолжает обсуждаться, так же, как и планы по его реализации. Ну а пока барнаульцы могут насладиться теми местами, которые теперь отвечают всем современным стандартам. София Яценко, Андрей Печоркин. День с толком. Помогите кошкам и собакам не умереть с голода. С таким призывом к неравнодушным обратились представители приюта «Территория спасения». Собаки и кошки, которые здесь живут, нуждаются не только в заботливых хозяевах, но и в питании. Средств на корм не хватает катастрофически, задолженности продолжают расти. Выход из ситуации есть, но и он неутешительный. Анна Рашагирова продолжит тему. Нам домой, скажи, хочется. Она очень, прям, она добрая. Оставляли на произвол судьбы даже таких, породистых и верных. В приюте «Территории спасения» сегодня больше 120 собак и кошек. Когда-то содержатели отлавливали их на улицах, находили брошенными на свалках, а иногда в последний момент забирали из жестоких рук человека. Они отовсюду. И из Тальменки, и из Барнаула, и из Первомайского района, с деревень. В общем, у нас огромная территория, скажем так. Слепых, без задних лап и внешне неприметных таких забирают в последнюю очередь. Если вообще забирают. Чуть больше иногда везет щенкам. Стой такой! Стой такой! Сейчас у «Территории спасения» большие проблемы с кормом. Поскольку приют частный, все заботы о животных, в том числе и финансовые, на плечах владельцев. У нас нет никаких там грантов, у нас нет дотации от государства, у нас нет никакой совершенно помощи. То есть нам помогают только люди, кто добровольно, скажем так, жертвует в рассрочку. То я беру корма, мы то есть, кормим собак, задолженность копится. Когда-то там свои средства, безусловно, вкладываем, когда-то люди помогают. Но, тем не менее, вот в данный момент задолженность на сегодняшний день около 80 тысяч. Буквально на прошлой неделе долг составлял больше 150 тысяч рублей. Погасить часть помогли добрые люди. Но в таком темпе, уверяют владельцы приюта, выход есть только один. Лезть в немалые кредиты, ведь животные нуждаются и в питании, и в новых будках и вольерах. Будь организация на попечении государства, казалось бы, все было бы проще. Однако и барнаульский приют «Ласк» едва сводит концы с концами. 116 рублей оплачивается. Причем это не корм, это включая все содержание. Включая и вольер, и, не знаю, там, освещение, там, коммунальные платежи, вывоз мусора, оплату воды и так далее. По факту средства, которые заложены у нас в краевом бюджете, они катастрофически занижены. Но у «Территории спасения» нет возможности претендовать и на эти средства. Вопрос об официальном статусе городской общественной организации, по словам Камневой, превратился в долгие обсуждения с местной администрацией и пока никаких результатов не дал. А потому и остается уповать на помощь добрых людей. Анна Рашагирова, Александр Антропов. День с толком. На этой неделе в мире отмечали День вегана. Здоровье, долголетие, бодрость и отличное самочувствие. Таков краткий ответ на вопрос, почему люди переходят на растительное питание. И почему все больше людей выбирают такой стиль жизни, с какими трудностями им приходится сталкиваться, расскажет Анастасия Болотина. Отказ от мяса, рыбы, молока и других продуктов животного происхождения. Веганы живут именно так. Это не диета, а стиль жизни, который основан на особых взаимоотношениях человека и животного мира. Многие веганы выбирают этот путь по этическим причинам, а кто-то вдохновляется своими кумирами, как, например, Даниил. Он веган с 11-летним стажем. Переход на растительную пищу прошел осознанно в 18 лет. Все началось с увлечения панк-роком. В этой среде модно быть вегетарианцем, либо веганом, и я стал вегетарианцем, но довольно быстро понял, что вегетарианство
не особо помогает защите окружающей среды, и оно не снижает спрос на производство животной продукции. Сибирские веганы развенчивают миф, что веганство актуально только для жителей теплых стран. Оказывается, и в России им прекрасно живется. Веганское питание и обычное по стоимости обходится одинаково. Основной проблемой раньше было малое количество веганских кафе, ресторанов и точек питания. Однако сейчас все меняется. Много ресторанов и кафе добавляют в свое меню каких-то вегетарианских, веганских позиций, делают отдельные даже странички с этим, то есть, чтобы не копаться, не искать, это очень удобно. Плюс есть кафе, рестораны, которые позиционируют себя только на веганской кухне, их, конечно, мало. Снижение риска рака, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний – такую пользу для здоровья, по мнению специалистов, несет веганское питание. Но не всегда оно действительно может быть полезным. Организм может столкнуться с дефицитом цинка, белка, витамина В12 и железа – одного из главных микроэлементов. Его недостаток может вызвать анемию. Это недостаточная доставка кислорода к органам и тканям. И, соответственно, здесь целый комплекс таких неспецифических симптомов. То есть это и слабость, и быстрая утомляемость, и опять те же самые плохие волосы, плохие ногти, и кожа, и так далее. Как раз вот когда начинаются симптомы анемии, я думаю, вот в этих случаях часто много кто может даже отказываться от своей идеи веганства, хотя там, возможно, это было по достаточно важным причинам. При этом веганский образ жизни набирает популярность. Например, известные бренды все чаще выпускают специальные линейки одежды и обуви, а в интернете появляется все больше веганских рецептов. Но в погоне за модой не стоит забывать и о здоровье. Врачи предупреждают, польза для здоровья от веганской диеты есть. Но прежде чем вступить на веганский путь, лучше все-таки проконсультироваться с врачом или специалистом по питанию. Анастасия Болотина, Вадим Быстревский. День с толком. У меня на этом все. Спасибо всем, кто нас смотрит. Для вас работает телефон редакции 205-545. Если у вас есть интересные, актуальные темы, звоните. Всех с Днем народного единства. Я прощаюсь, а спонсор прогноза погоды компании «Эвалар».